Якутия готова к реализации второго этапа закона о дальневосточном гектаре. С завтрашнего дня он начнет действовать на всей территории Дальнего Востока. В республике под действие закона подпадает 29% всей территории региона, а это 90 миллионов гектаров. Напомним, с 1 октября заявления на получение земельного участка могут подать только жители Дальнего Востока. А с 1 февраля следующего года такое право будет предоставлено всем гражданам России. На сегодня в республике из более чем 250 поступивших заявок на получение гектара одобрено 25. По 17 земельным участкам уже заключены договоры. Кроме того, продолжается работа по регистрации прав на землю. За все время работы нами было собрано 31 425 уведомлений о наличии прав, либо применения на земельные участки, сведения о земельных участках, которые не попали в ДКН, государственный кадастр недвижимости. И, соответственно, мы эти земельные участки и границы вносили посредством нашей геоаналитической информационной системы нашего министерства, вносили сведения в начале в наш рейс, а далее уже передали 26 сентября этого года в Росреестр. И те 31 тысяча граждан, скажем, будут защищены с этой точки зрения, в плане того, что никто не сможет уже давать на эти земельные участки.